Роженицу привезли в больницу в сопровождении полиции. У машины скорой помощи, в которой везли беременную женщину, не работали спецсигналы, а времени у врачей оставалось в обрез. Медики попросили помощи у экипажа ДПС. Полицейские провели скорую помощь практически через половину города, часто выезжая на встречную полосу. На дорогах были пробки из-за снегопада. Благодаря помощи дорожных полицейских, скорая помощь успела доставить пациентку в роддом.